Всем привет, с вами Копьянист. И сегодня я готов поговорить о самой наболевшей теме в Грисмод. Пройдемте, здесь не самое лучшее место для разговоров. Проклятые уроды, что они здесь все забыли? Ну и в общем-то, о чем я остановился? Остановился я на том, что хотел рассказать... Хотел рассказать о том, какие же ужасные типы игроков существуют в Грисмоде. И это топ 4 самых ужасных типов игроков, которые существуют в Грисмоде. Поехали. Школьники или долбоёбы? Это люди, которые не понимают правила сервера или игрового режима. И вместо того, чтобы посидеть 4 минуты и почитать правила и основы, они идут и портят геймплей другим игрокам. Они порой не понимают, как вести себя в той или иной ситуации. Что за хуйня, блядь? Они всего лишь-то хотят доебать всех участников сервера своим тупизмом. Токсики. Токсики. Они в Доте 2 токсики. Ты конченый? Встань и стой со мной, блядь, Фишман, ты хуяришь по 20 мемов в день, нахуя, для чего, объяснишь мне? Ты ебаный крип, крипочек. Зачастую это молодые парни от 8 до 24 лет. В основном они оскорбляют людей. Или же иногда ведут очень неприятные диалоги с собеседниками. Токсичные люди в Грисмод троллят нубов и кладут болт на команду в аркадных режимах игры. Не очень приятные люди, которые отбивают все желание общаться с ними. Думаю, вы и сами это прекрасно знаете, поэтому не вижу смысла здесь надолго задерживаться. Переходим к следующему месту. Донатная администрация. Это люди, которые продали свою душу на сервере и просравшие бабки. Не чтобы наводить порядок на сервере, а чтобы самоутверждаться на идиотских привилегиях, которые им даже не сдались. О нет, не убивайте, я сделаю все, что хотите, пожалуйста, не убивайте меня. Живо 5К! На пол! Хорошо, сейчас я это сделаю, Господи Иисусе. Что? Они не готовы принимать ответственность на себя. Нет, им абсолютно не важно на всех. Им важны только они сами. А адекватные администрации либо вообще насрать, либо они карают таких слишком поздно. Когда донатные уже натворили делов. И такие люди разрушают большинство серверов. А, еще. Донат администрации насрать на очевидные факты и доказательства. Я думаю, с их обсуждением мы закончили. Перейдем к следующему, последнему, первому месту. Люди, топящие за Dark RP, как за самый лучший режим в Грисмоде. И именно этот режим способствует разрушению целого комьюнити. Из-за этого режима из Грисмода уходит большинство новичков, которые не попробовали другие режимы, посчитав, что Грисмод — это скучная и неинтересная игра. Хотя это не так, и в игре очень много режимов. Каждый до кому-нибудь приглянется, но как раз-таки происходит вторая проблема. Низкий онлайн на непопулярных режимах. А это значит, что большинство чертовски крутых режимов просто забываются. И почти не пользуются спросом среди игроков. И такие люди, которые топят за Dark RP, вы действительно считаете, что этот режим самый лучший в Грисмоде? И я не говорю уже о большинстве аддонов, которые просто портят весь ролеплей. Моды на анимешные скины, на супергероев, а манипринтеры, да они всю экономику сервера ломают. Нет, даже не так.
На них вся экономика серверов и держится. И переспрошу второй раз. Разве это самый лучший режим в игре? Ведь действительно, встречаются годные сервера по этому режиму. Но их очень мало. И у микрофона был Копьянист. До связи.